Блин. Я не пойму, Клондайк SPD MP5 просит на DC? Возвращение. Хилы, хрен, идите не туда, сори, блин. Войт, войт. Чё? Я там ретрика сделала. 400 меткости. Суперметки. Я что-то такое там одела. Все, что я не делала на офспек, то я делала. Пипец, что делать? Куда метку сдевать? Надо весь шмот менять. Я без камней вообще. Это просто шмот весь на меткость я брала, видимо. Я еще пораспыляла свои шмотки и закинула в ГБ там 24 кристаллика. Hairstyle, waistcut. Что у вас там? Долорану бегают. Уже раза три, наверное, суманул бы. Средств можно взять их. Подери, когда ты успел одеться? Я тебя видела недавно 70 уровня. Гавай. Так, у ретриков ни у кого нету, да, хлюпал спек. Ладно, сейчас. Аварий, тогда спекайся в хила. И потом позже на сложный босс похили, наверное. Луки еще раз шкаф. Стоит, нет. Все, сделал. Теперь не пищу. Точно? О, рыбу поставили, хаваем. Мы кому-то проходку конкретно делаем. Давайте на присутствие. Так, ну погнали военный. Док, сумасе. Че у тебя там?
Так, танчит у нас два ДКшки, это Void и Торнадо. Когда успел повешать. Бегите все уже военные, не стойте. Не, есть кем меня заменить? Я, наверное, за Алису похилю. В два не получается вдвоем нам пойти. Ладно, если что, там я похилю, посмотрим, пойдем дальше так. Вот эти двое танчат. Так, ну шамана тогда перемести куда-нибудь. Ну я офаюсь. А что за квест на этой неделе? Алло. Утюг, короче. Ульда. Это Арстайл. Арстайл, спикнись в ДД. У нас 2 ДК танка. Зачем еще ты? Дамаж. Тут еще пачку согрели. Я же сказал, 2 ДК танчат, все остальные в ДДшка пока. Я так понимаю, там спека нету. Через день сыграть. Дальше. Кого-нибудь из ДКшек есть? ДД спек. Ладно, хорошо, после этого босса спекнешься тогда. Я могу разведок соло потанчить. Что говоришь? Разведок могу соло потанчить, не увидит. А, у тебя же медведь есть. Да. Не забыл. И хилов 4 нормально тоже. Я тут похилен на этом боссе. Я просто думаю, что это... Мы чем у нас 4 тела пойдем. Не вижу, где ты находишься, да? Очень плохо тебя слышно. Говорю. У меня уже на максимум стоит. Сейчас посмотрим. Ну, видимо, это мой максимум. Ну, не, если я просто громче говорить хочу.
Что говоришь? Громче не буду говорить, говорю. Надо подождать. Так, рыбу кушать, и у нас Алисия будет танчить. Торнадо спека себе в ТД. Будет Frozen, у тебя есть этот спек? Тогда Style спека себе в ТД. Будет Stone, соберешь всех учеников. Стена пола отдавать в медведя. Медведь с ромбиком. Фулл рыбов раздали. Фала распределились. Чем было бы нехуево медведя зачарить, блядь? Что-то с башкой не получилось. Но ее не было. Она фамильная. Она, если что, по аккаунту перекидывается. Какая фамилия? У серебряного авангарда, который покупаешь. Скидываешь по почте, чаришь голову. Чарку, в смысле? Может, наоборот, небоса подержать. Он по ней попадать не будет. Он не будет критовать по нему, так что лучше ему. Ну все, давайте вперед. Он будет, но напульте босса на медведя. Напуливайте в медведя. За агру следите. Просто типа вырубайте на кашке кого-то. Упал с единым на танках. Такие 2% решали. Все убил. Бэр его Марья. Забавьте медведя сразу. Он не шотник. Ты бей, не беспокойся. У меня тоже не шотник. Ну, так видишь, КД там. Нет, моего ДК он вообще не шотит никак. Там воля мертвых. Ну, так она что, не бесконечная? Да. Она без КД. У меня как бы связка душная, я не уверен, что это сработает. Воля мертвых без КД у ДКшника. На катаклизме ей добавили КД скрытая 6, по-моему, секунд. А на личе она делает ДК топ-танком. Да, только ДК все равно умирает. Это не делать ее бессмертным. Что делает топ-танка? Это забей. Талант воля мертвых.
ДДК там. О, убил. Ну, не то чтобы... Какие эти латники? Ну, там ученики не бьют, в принципе, они там по 1000 бьют. Ну да, отказывайте все шмоты. Плечи БУЕ, если шо. Тумус. Да. Разрез эти люди, шо стоите? Ну так вот, если посмотреть хэпала, вот честно, ребята, по Алисе я смотрю, как он хилил. Он свет небес хильнул по Алисе 4000. Вот вы мне скажите, это прикол? Меня офнуло. А, все, тогда ясно. Тогда ясно. Так, что там у нас? Два лока, их паролили. Бранцы, стамейный дизенчант. Так, чё это, чё? Чё я хила прыгаю? Был бы хэпал не вылетал, тогда бы не упал ни один танк. То понятно. Так, кольчужный тоже никому не надо. Привет. Привет. А что-то кто-то меня резал? И ежан, давай вставай, салям алейкум. Это что, дом что ли? Я думаю, это Макрос. Не, просто сказал. Я думал, что за фигня у меня. В Дискорд решил зайти ради этой информации. А кому нету ЕПГП, скачайте себе аддон с Дискорда и поставьте. Потому что иначе вам шмотки не будут оставаться. Как вчера в Ульдуар сходили? Мы сходили вчера отлично. А 10-3? Мы дошли до Визакса, как бы, а там уже народ расхотел тем. То мы собирались полтора часа. Да, я видел, думал на мишке пойти, я потом понял, что у меня вообще не пойти. Мы все хэмы сделали, кроме пожарного, блядь. Пожарный, там что-то Визовское. Я со своим статиком... Там не жестко, там надо хилить классно. Там надо проигрываться. По таймингам надо... Вроде на это когда буду травить пожар. Я не знаю, что там вообще происходит. Там я каждые 10 секунд бьет огонь и появляются лужи. Надо просто по таймингам и по процентам переводить. Там босс сам эти лужи тушит. Просто надо так и не быстро и не медленно его бить, потому что их будет либо... много, потому что он их не успел потушить, либо их будет много, потому что они уже опять появились. Больше, да. Ну, по сути, появляется только лужа и больше ничего, да? Да, бьет огнем, блять, и все, там появляется огонь. Надо это к этому время. Дерьму, к пожарнику, блять, приигрываться, там надо хотя бы, не знаю, трайв 30-40 дать. Так, поплохело. Может там, не знаю, увеличится хп там на четвертой броне, что-то такое? Не, все то же самое. Ну, у босса там чуть-чуть хп больше. Там хп увеличивается частей. Да, чуть-чуть хп больше. Ну, в смысле, процентов у них так и остается 50, просто сами хп чуть-чуть больше. Да, у нас в DC прямо лежит с самого начала, и ПГП называется.
распакуйте его в папку отдали. Чё, много новеньких, что ли? Плюс 4-5 человек тут как с проход... за проход идут. Милики, так, шкаф все поставьте. Сюда, да, все там. Ганнис-то шо, корову себе сделал? Да, замутил корову, потому что... Ой, так, там что-то у нас обставил и Void Frozen. Чё, муска направлена? Ну, из хилов ДЦ-шка выходит туда. Ну а, и... ДЦ-шп как-то корова такое. Ну и РДРУшка туда тоже уходи. Это нормальная корова, шп. Охуета. Не знаю, корова топ везде. ХП до хуя, лишний раз не умираешь. Так, все размафаны, все готовы. Так, я подумал, пускай жирок будет и для ПВП, и для ПВЕ, и урон тоже морган. Корова просто машина, блядь. Эти белки ебаные, это говно, блядь. Дайте спрошу, куда идти, так, хилить? Оставайся у нас. Я только что сказал, кому куда идти. Так, блядь, пиздец, хилить. Завуль первый двор. Войд где танчит? Здесь. Так, ну на ту сторону артстайл, Войд здесь. Иди туда, хит, дерево. Ты у нас поплотнее муж. Ой, еб... А зачем в дереве два камня на юбу в дух? Чтобы с ПДА апать. Не проще просто два камня ювы, господа. Смоги, смоги. Еще им по 5 дают. Запускаю. Для чего легендами? Чтобы не потеть. А должно хватать уже легенда. А раньше не хватало, сейчас если надо было заменить. Перс понимал. Что-то не дамажится. Клик на хп. Нет, не надо. Не кричи. Почему ты и танк-то? А почему нет? Нахуй на ботике три танка. Тот же вопрос. Почему нет? Да, у тебя 25 танков. Сейчас я спекнусь, пацаны. Нужно вообще собрать рейд 25 локов, чисто танчить вордами. По очереди, да? Ага. Хилиться будем с Асанием. Это плохо. Почему? Губы устанут скоро. Да. Как-то не хочется начинать. Я уже смирился, типа, играю на локе, уже опыт набирать, так сказать. А жопа не болит? Почему сразу жопа? Ну, оно когда начинает губы болеть, потом и жопа поболевает. Я когда-то на строгаче работал, я не такие истории слыхал.
войско хуй пойми зачем туда бежит, не понимаю. Они на своей волне. Мертвая идет к мертвым, да? Может, тут ближе к стенке прижаться, чтобы не ловить стаки дополнительные с другой стороны. Ты про войско мертвых? Нет, я про стаки. Они все равно наталкиваются. Ты вызвал войско. Достаточно далеко отойдешь, что они не будут стакаться. Ну, я помню, сколько раз прям к стене прижимался. Вот нету стаков на нас тут. Вчера, если танк прижмется к стене, и он, короче, это заводится. Давай проверим. Там же ренджа 50 метров, поэтому она не накладывается. 60, не помню. Ора, точно, она накладывается. Там, где зеленая метка, тоже, скорее всего, накладывается. Нет, до зеленой не достает. Накладывается вон у паладина 3 стака, у меня 1 стак. Ну, у нас с эфириной по 2. А у нас 1. А я вот тут, тут стоял и славил. Он, там у Савулон 3. Коровы был большой, оранжевый. Не соблюдать. Шапка, упади. Нет. Это напоминает этот дом с паранормальными явлениями. Так это ж мой мрачный перезвон, блять. Ёбаный рот, нахуй. Сука. Бля, дымка. Я хотела с карманом идти. Пидерсия, блядь. А тут же за этот, за ИП, да, берется? Да, да. Нет, тогда за... спасибо. Весь шмот у нас за ИПГП идет. Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Нет. Лог паролил или что? Небольшое улучшение, это что такое? Типа не сильно надо. Да. Но если достать. Я бы такое бы, чтобы сагрить и развалить их. Чё, давай? Может, ты лес от меня убил здесь. Отрез. То встанешь, плюс умонят. Мобов сагрили бить. Или нет, а или да. Да. Рога только он в каком спеке ему идет, нет там. Он на офспек, наверное, ролит. Ну, он собирает комнату. Он там сзади пачка еще идет, давайте подождем. Ой, давайте фармить боешки. О, заебись. О, да. Это же целых 1000 голды. Ты диспельте с них.
Понял, поддержка. Сразу заходите во внутрь, ничего тут не оставляйте, питомцев тоже забирайте, блоки. Торнадо, ты в ФДК что ли танчишь? Не понял, что-то. Ну, гирлок. Торнадо в танк спекайся. Так, Вайдзон, будешь шагрить на звезде. Так, торнадо будешь шагрить на кружке. С тобой пойдет, пойдет, пойдет. Коли пал зайдет, с тобой пойдет. Так, тут у нас та самая вагонетка Красти. Так. Красти, за звездой пойдешь. Смоки присуманьте. Смоги и сумать. А тут кто танчит? Вайдзон. Трусики. Так, со мной, за звездой, Красти, смоги, идите. Смоги у тебя есть, середина диван? Да. Есть, нет? Где что, да. Да-да, я же говорю. Угу. Сюда за звездой приди, не за этой заметкой. Дерево, тебе туда идти не надо. Левее держись, паладин, ты сейчас огрешь босса. Красти, становишься вот сюда вот в ромбик, на тебя дадут диван. Видишь метку ромбика? Туда встанешь, с ноги на него дашь диван. И просто стоишь, Андрюша, нихуя не делаешь, не нажимаешь вообще ничего, тебе дали диван, просто стоишь, чилишь. Так, полребаф раздали, торнадо ушел на кружок. Диван мне когда давать ему? Когда скажу. Все остальные станьте в звезду. А мы сводим? Нет, сначала... Подобьем первого, потом подведем второго, чтобы было больше времени. Когда хила одного на рамбу. Я там похилю. Идите все на звезду. Так, черт на пол. Так, все готовы, давай диван. Диван. Все запускаю. Выходите и делитесь ничтожество! Ну что, он не встает? Не, пускай лежит. Геру дайте. Отверни чуть дальше, торнадо, разверни его туда. Геру. Ну, быстро Геру дают, я в шоке. Иди туда. Там надо водику.
Все, развяжи семью Гиприва. Сейчас второго забиваем, торнадо, побежишь к черепу. Мы с тобой пойдем к черепу. Естественно, рейд пойдет на крестик. Не до конца тут стоит. Да. Да, лежи до конца. Стой до конца. Куда-то нет он. Те же стаки висят. Заберите у него. Быстрее добивайте. Все, весь рейд идет на звезду. Так, торнадо. Забиваем хосты. Так, не, на крест идите все. Твоя жизнь принадлежит мне. Ну, косты сбивать, алло. Все, кресты можешь снять. Алло, кто звонит? Звонит. Бля. Все, меняйте, танчи. Там надо уже пробивает потихоньку. Потом 16, остальные 15, 14. Все косты этому сбивайте. Так-то надо уходить отсюда. Стаки сбрось. РДД, Макс Рэндж, уйди отсюда нахуй, Клондайк. ДДшки, может... Косты, алло! Алло, кто звонит? Три стака получаете, отходите. Не стакайте больше. То, что гир набрал, это не значит, не надо делать по тактике. Добивайте. Так, никто не портуется, идем дальше. Да, блин, на петлю зуб. В смысле, никто не портуется? В прямом смысле мы отсюда пройдем. А смоги резнуть? Да нет, пустая. Типа кого ебет чужое горе, да? Да все равно смоги. Так, как раз это чей-то? Ладно. Ничей, он сам такой. Захуярили пацанов. А, надо бежите в суманить-то. Да, можно рассчитывать, если никому не надо будет.
Что он там трэш бьет или бежит? Если вы далеко от всех умерли, встаньте, его засумонят. А что если 2-3 не таких вот хостовых на ШП яйцо и вот эту? Нормально будет? Они вроде не прокат. Они не сочетаются. Даже если они будут прокать, это хуйня. Не понял. У них когда... Ну, в смысле, когда вообще... Просто один и тот же прок, поэтому они перебивают друг друга. Пиздец. Ну, у меня яйцо и меткость СПД на ШП. Ну, нормально. А у меня два яйца, блин. Я отказался от этих проков всех хосту. А я сегодня 4 съел. У меня Корифан, короче, омлет жарит, 10 жрет, прикинь. Я хуйню. Скажи, а его сыпет сильно, блядь. Я хуй знаю, так он говорит, я 10 хаваю. Может, пиздец. Скафчик там поставили, 50, этот 10 яиц, это этот 50 грамм, блядь, жира сразу. В желтке, блядь, 5 грамм жира. Они больше, чем 2 не усваиваются в сутки. Значит, срет яйцами. У меня так типуля один тоже говорит, я по 10 штук в день ем, блядь, я потом лето настало, блядь, его как высыпало, блядь, я говорю, ну шо, можешь начать есть по 15, блядь. Сумоните, нет там, народ, ну, блин, время идет быстрее, сумоните, шкаф поставили. Сейчас я приду, 30 секунд. Получается, скипнули. Получается. Вопрос, у кого-нибудь из блоков есть демон спек? У нас демон есть. Демон. Да. Квизер с нами же ходит. Гитаристы. Что за Геру на мужика? Все, давайте в ребаф. Гера 2 минуты КД. Чек на пол. Че, ебашим? Гавай, док, подставил. Погнали. Диспель. После каждого блинка напуливайте. КД было. Да ничего, я ЛПшкой забрал. Получается, ну пас, если КД. У кого там что получается, мне интересно. Нет, ни у кого. Вот и все. Без меня мерзавцы по ДПС именно. Сори. Там на пульте. Трэш пульте. Это тебя от мозга туда. А, кстати, у нас ханта нету, да? Сейчас на пулю. Так, а лыки могут, нет? Чтоб бомб убежал. Что будет? Давай. Шептай,
Мораль, сколько у тебя Т8, мораль? Как так получилось? А, я понял. У меня 2 Т8. Что там, критический удар апает, да? Или что там? Чего? Да ты можешь. Я слишком поехал. Что там, 2 куска дают? Давай, давай. Крит, лику смерти. Добрались, да? Спец, стоп. Так, сейчас будет спускаться босс. Сразу на пульте. Ушли уже 3 чистить. Да, вот он погибает. Трэш там стоят, блядь, точнее трэш. Лут охраняют, руки стоят. Я не могу говорить. Шо вы там, блядь, охраняете, я нихуя не понимаю. Я тут меч упал. Какой меч? Короче, я вижу, крица мог. А я под потолком котелок увидел. Там оранжевое что-то и дым черный идет. Вейперы. Сделал скрин. Ты в армии служил? Кажу я. Вот так. Вот, в общий чат скинул. Смотрите, нихуя себе, там оранжевое что-то. Гороховая каша, походу. Ага.
фул рябах раздали, милики все стоят в звезде. Воет, ты агришь босса, спускаешь его вниз и становишься на звезду. Сердедышники и хилы становятся на кружок. Все по моей команде бегут вниз, вот сюда вот к луне. Рядом становимся вот здесь вот. И потом по команде взрыва бежим между вот этими метками. Это границы взрывов, то есть это зоны, где вы должны находиться. Взрывов. К ним в упор подходить не надо. И также слишком далеко от них стоять нельзя. Ну, тут примерно где-то здесь между ними в середине вы можете стоять и выживать спокойно. Зеленые за трусы вы заходите совсем немного. Вам хватает этого расстояния. Давайте чек на пол вайп. Ну, правда, все метки бежат. Эти РДДшники подбежали сюда быстрее, 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 быстрее. Так, где у нас танк? Танк. Сейчас, секунду. Так, все, все готовы. Давай танк агри. Шаман это тема на диспел. Слава, 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 на платформу его ставь, сказали, шалю. Блять. На звезду, ну, на звезду, милики, быстрее. Заходи. Поднимайтесь наверх с боссом, сейчас на звезду. Поднимитесь, алло. Милики, на звезду встаньте. Не бегайте, просто домашник. Это что за тактика? Тактика галактика. Это, походу, была череда. Это не, прикольно. Я водил всегда. Босса можно подальше, как бы? Я же говорю то, что снизу его агришь и становишься на звезду. Он не должен у тебя подниматься наверх. Должен стоять внизу. Мне что-то сказали поднять. Подальше вы ловите стаки. Короче, еще выше поднять босса, да? Не, стой, нормально. Да я ниже, блядь, не родился, да, это залупка. Ниже, снизу платформа должна стоять, а не наверху. А. КЗ все равно бегать. Так, РДДшки приготовились. Пошли к боссу. Все спустились вниз. Слишком далеко от звезды не стойте. Слава, отойди назад чуть. Без куклоней не стойте. Побежали. Между, между. Не в метку, а между метками. Между метками. Зачем вы становитесь в эти самые метки? Не, тактика потому меняется, что, и все. Мы приучали людей, блядь, 2 года. Это вот именно то, что я делаю специально другие тактики, чтобы люди думали своей башкой, блин, а если меня нету, блядь, они отбитые, нахуй. Чем думать? Да не, я вот лучше водить, блядь, люблю вот так вот, нахуй. Ставь его на стол. Они там вот так все сдохли уже. Дело не в этом. Делайте, как говорят вам народ. Вы учитесь, привыкайте к множеству тактик. Люди новые тактики, блин, изучают на актуале. Нафиг вы не можете просто... Ну зачем велосипед? По меткам бегали и бегали. Так они вон, видишь, сдохли. Сколько там? 10 человек. Вы, блин, свою голову включать, когда проходите эти несты, блин. Люди раньше без меток вообще бегали, блин. А вы даже с метками, блин, не можете пробегать нормально. Ты про нас так не говори. Я могу без меток пробегать. Что он тут делает? Что-то не пошло. Ты иди, Вослава. Стаки.
Так, когда ДД приготовились, побежали к боссу. Все спустились вниз. Не знаю, чуть тактика меняется, все, у людей паника, надо умереть. Ничего, вопрос просто. Побежали. Без бессмертного. Тут давно было ясно, когда мы на конях перековайпали. Это была шутка за 358? Нет, за 940. Понравилась шутка? Уже спуститесь. Только не вниз, чтобы не ловить от другого места. Понимаете, если один из вас ловит, то и все ловят. Говорю, спуститесь ниже, мы за вас статуем. Прижмитесь к стенке, сделайте хоть что-нибудь. Опять долго не статуем. Можешь ковырнуть босса после взрыва, чтобы он стал ниже. Потому что это невозможно, если так ломбе я не могу бить вообще. Научите меня плохому, блядь. Еще раз побег. РДДшки приготовились, побежали к боссу. Да вы успеете добить его до коста. Все вниз. Я хоть сдохну сейчас на платформе. Зато дадим просто его и все. Бейте на ходу. Смотрите, пока я себе. Побежали. Сложно убегать, я хуй знаю. Блять. Ну там пот развел его. Бывает и спинга проблема. Лес? Да ты чёрт. Может быть спингом проблема. Я знаю, вижу, что с башкой тут проблема у некоторых. Не хотите слышать или не хотите видеть, что говорят. Слава, сказали ж на платформе. Ты хуяк вниз нахуй. Да ебать, я вообще не ожидал, что такая тактика есть. Вообще, это если бессмертно вам подходить в овергире делать, вот так вот его ставишь, геру дали, его запиздили, и все, не надо никакой не бегать, не рисковать, что кто-то сдохнет или еще что-то. Да что-то вот бегали с пугами, я за шипешника бегал, никто не сдох, блядь, ну чисто бегали внизу, все. Если ты ставишь босса вот так, смотри, что он, получается, стоит вот здесь, прям на краю, внизу, mm-hmm. Мы его бьем вот здесь, это типа на самом краешке. И РДД на том краешке стоят. До них не достают стаки, и мы его просто весь бой бьем, блядь, без остановки охуенно. А сейчас, как он стоял, доставало до них, я так понимаю? Да. Типа, босс, можешь ты стоять вот так на краешке, и босс, соответственно, перед тобой. И мы его будем бить в спину, понял? И до них не будет доставать. Типа, на самый-самый уголок становишься, и все. Резайте всех людей, дайте масс-бафы, и давайте мобов бить. РДД бьют глазик, и милики бьют вот этих жуков, ебано червяков. Говорю, РДД бьют глазики, какой там лок поливает АУЕ. Слышишь меня, нет?
Эти всех черви куда пошли? Пета своего отзовите, там один червяк висит. Так, ну давай я расставил, наверное, в танк аспект. Так, Вако СС скинь на Void Frozen. А ВСОМ кинь на Торнадо и Квазар кинь на Арс. У меня в КД. А ВСОМ ФКД 3 минуты. Зелье на броню есть, пацаны, не сокрушимости. Кушайте рыбу все, да, в три танка. Ну и слава, у меня нет. Вы втроем будете, а вам похуй. Чисто на 4 минуты что ли. Док, что там снова бежит. Так, у кого из паладинов есть мастера аур плюс анити в рейд? Че, ни у кого нету? Всем ретрикам ГПшки раздать. Массакра есть. По дульду массакру делали они мастера аур. А нахуй там не нужна эта мастера аур в ульде. Ты забей так же. Украсть есть мастер ауру, но он походу не знает, что это такое. Красти, ты вообще в дискорде нет? Есть. Красти. Он в дискорде, он просто тяжелый. Страшно видеть ноги. Этот. Я первый, Арсал второй, Торнадо третий, на половине за вебстаунтем. Скажешь, когда пуля зелья выпьет? Все это полу в него дайте. Скажешь, когда пуля зелья выпьет? Аганис, забафай нас. Возьмите его. Стопав, дайте. Короче, выпил зелье, иду пулять. Тоха Санзо. Логи, ты сидишь на танках, хилишь только их, на рейд наплюй. Под низы плейс еще раз там. Мораль, скажешь, как спора будет у тебя? Там уже. Рано Геру дали две споры топ. Забирайся. 40-50% забираем. Торнадо. Переодеться-то забыл. Сейчас рок будет. Нарок 8 секунд.
Одна, пошло. И рейд хуй прохилили, вот цари, блядь. Нельзя было хилить в этот момент. Ага, не сгим на хп кастуй. Так, какого у тебя мастер стоит? Телдрин, у тебя же нету мастера. Почему у тебя стоит? Сейчас срок ударит два раза. Красти, возьми темный аур. Телдрин, отдай. Красти, возьми быстрее. Забирай, да? Жми мастер аур. Мастер аур, Тед. Где мастер аур? Все, я вижу. Смоги отдай ауру. Смоги, забери темное. Красти, отдай темную. Выключи ауру темную, Андрей, проснись. Забери. Сейчас ударит. Прожми. Поздно. Хоть не зыбкой. Смоги, прожми мастера. Прожимал. В прошлый раз ты опоздал. Кастетик хороший. Я просто...